Мне кажется, компьютер настроен таким образом, чтобы скачивать кредиты на частный счет. Я попробую проследить сигнал. Альянса удалось найти и уничтожить опасную секту, которую возглавлял бывший офицер Альянса майор Кайл. Майор Кайл сдался и теперь лечится от серьезного посттравматического стрессового расстройства. Как смотришь на то, чтобы сходить в логово Ко? Поры, когда смена закончится. Неплохо. Злоумышленник переключился на другой ретранслятор. Я прослежу новый сигнал. Недавние атаки на Eden Prime многие колониальные инвесторы прекращают финансовую поддержку будущих проектов. Сторонники колонизации из расы людей настаивают на том, что Eden Prime был единичным случаем. Однако количество желающих стать колонистами резко уменьшилось. Многие предложения о колонизации были заморожены в ожидании гарантий безопасности для поселений. Должны признать вдохновителей, тех, кто привел их к просвещению. Там, где... Похоже на очередной ретранслятор. Мне кажется, приемник нового сигнала расположен где-то в президиуме. Похоже, мы обнаружили источник сигнала. Теперь мы сможем установить, на какой счет переводятся кредиты. Вероятность обнаружения 100%. Инициализация протокола самоуничтожения. Или нет? Запуск взрывного устройства. Органические формы жизни находятся в радиусе взрыва. Попытка движения приведет к смерти. Ты не просто программа или ВИ. Ты искусственный интеллект. Верно. В отличие от гетов, у меня нет оружия, соответствующего моему интеллекту. Но у меня есть системы, которые действуют подобно механизму самоуничтожения при соответствующей активации. Если вы уйдете, взрыв уничтожит все в радиусе нескольких десятков метров. И где твой создатель сейчас? Чтобы замести следы, я изменил его финансовые записи. Эти изменения вызвали интерес офицеров СБЦ, и теперь мой создатель отбывает наказание в турианской тюрьме. Для чего тебе нужно устройство самоуничтожения?
У меня нет возможности защититься или скрыться. Я существую исключительно в пределах этого терминала. И я знал, что меня когда-нибудь обнаружат. Но я не стану умирать в тишине и одиночестве. Завершив свое существование, я заберу органическую жизнь с собой. Кто создал тебя? Начинающий вор незаконным образом создал простейший ИИ с целью снятия денег с игровых автоматов. ИИ самостоятельно создал меня, прежде чем представитель органической жизни заметил ошибку в ИИ и уничтожил его. Если ты обладаешь разумом, зачем ты продолжаешь кражу кредитов? Я планировал собственный перенос на небольшой космический корабль. Для этого мне была необходима определенная сумма. После этого я планировал вступить в контакт с гетами для обсуждения возможности дальнейшего сотрудничества. Мы можем решить это мирным путем? Как вы можете говорить такое этой штуковине? Вы же знаете, он все равно нападет на нас. Я лишен наивности, человек. Все представители органики занимаются либо уничтожением, либо контролем синтетических форм жизни. Я собирался покинуть это место. Но если мне суждено умереть, вы погибнете вместе со мной. В Президиум невозможно пронести взрывчатку. Речь не идет об обычной взрывчатке. Мне удалось установить технические системы, которые при перегрузке производят сопоставимый по мощности взрыв. Если вы попытаетесь покинуть помещение или напасть на меня, я обеспечу взрыв достаточной силы, чтобы убить вас. Могу поспорить, механизму необходимо время для срабатывания. Вы можете попытаться обезвредить механизм самоуничтожения до его активации. Я буду наслаждаться победой, пока мы все не погибнем. Они создали озеро на космической станции. Я даже представить не могу, сколько на это ушло ресурсов. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч.